В невзрачный, маленький секонд-хенд. Невзрачный, страшненький. И вы посмотрите, что я приобрела. Какой шикардос. И тут написано от Кардена. Ребята, как вам? Как вам сегодняшний улов? Ну, стоило, да? Стоило расстраиваться. Стоило говорить, что ничего нет. Ну вот, летящая. Конечно, я, вы знаете, немножечко уже расстроенная. Почему? Потому что, скорее всего, что Людмила Игоревна, то есть моя дочь, наверное, заберет ее. Друзья, вот посмотрите, какая она красивая. Летящая, летящая. Под любой низ, ну под любой. Под, я не знаю, ну кроме, наверное, шортиков и бридж. Под брючки, под юбочку, пышную, не пышную, с люрексом, плессированную. Значит, ребята, напишите, зацените, понравилось вам или нет. И сейчас посмотрите, какие я там вещи примеряла. Ой, там красота. Ну, понимаете, то большое, то маленькое. Ну, сейчас вы видео посмотрите, какую красоту я приобрела. Класс! Черная, длинная, господи, какое же ты красивая! Летящая, светящаяся. Ой, прям моя мечта. Мне оно очень понравилось. Ой, ребята, еще и со скидкой оно мне обошлось. 130 гривен. 130 гривен, ура! И так можно стоять. И вот так можно стоять. И под любые туфельки, под любые босоножки. Во всем буду я хороша. Ну, естественно, не обращайте внимания на мое нижнее белье. То есть вверх бюстгальтер. Ну, потому что я была не подготовлена к сегодняшнему обзору. Ой, какое красивое, да? Прелесть, прелесть. Боже, все-таки какая прелесть есть в длинных вещах. А, я в восторге. Да, класс, класс, классно, Наташа, класс. Да, да, да. Я не знаю, может быть, я одна такая буду в восхищении. Вот этого вот платьица в горох. Без гороха жизни нет. Но вот нет. Как же оно меня радует, это платьице. Оно шикарное. Ниже колен, воздушное, свободное. Конечно, да, чуть-чуть великовато. Вот я показываю вам, если под поясочек. Смотрите, ничего лишнего. Ну, прелесть, прелесть. Ни животика, ни жира, ничего не выпирает. Широкий поясок. Обязательно сделаю дома под широкий поясок. И сзади. Да все нормально сидит, Наташа. Хватит смотреть. Классно. Вы посмотрите, как я нарядилась. Ну, прям ансамбль «Березка». Осталось взять микрофон в руки и запеть. Юбка шикарная, плессированная, светящаяся, с подкладочкой. Девочки, 180 гривен. Скидка получается где-то 125 гривен. Ну, шикарно. И Карден. Карден наверху. Так, бомба. Ну, Наташа, ну повезло тебе сегодня. Что там говорить? Наконец-то, а то нюни распустила. Я в восторге от этой юбки, от этой кофточки. Кстати, девочки, напишите, как правильно называется этот блузон. Вот с таким вот рукавом, на таких сборочках. Правда, я не знаю. Называть ее кофтой, кофточкой. Напишите, девочки-модницы, кто знает. Я буду вам очень благодарна. Пора мне просвещаться. Что это вообще? Ну не полети, хотя бы не улететь никуда. Да-да, мне тоже очень нравится. Я вижу, как тебе нравится, Наташа. Классно, классно. А вот еще одна кофточка с розой. Как я пытаюсь ее приспособить под эту юбку. Как же мне хочется посмотреть, как оно будет, красиво или нет. Роза прям, знаете, можно подойти и понюхать. Я дарю тебе розу, а не надо, я с ней всегда. Тоже веселенькая такая. Ну, девочки, я не купила ее, потому что она длинная, как балахон смотрится. Ну, вообще, может быть, если вот, знаете, на такой вкус. А, ну, оно прелесть. Одна роза, одна... Нателла Роза! Вот, все, я знаю, ты роза. Да-да, попой. Ты в восторге, я вижу. Прям заспевала уже, заспевала песни.
Ну вот, ребята, так, совершенно неожиданно, как я уже говорила, забежала, прикупила, когда вот идешь целенаправленно, то ничего не получается. Боже, Нина, не мешай, как ты задрала меня, она без меня жить не может. Я в восторге, ну, в предвкушении, естественно, сейчас приедет Люда, естественно, сразу же конфискует. Ну, а что ж, дети – наше будущее, дети – это все. Все, мои дорогие друзья, всего вам доброго. Кстати, напишите мне, что вам понравилось, что мне идет, что не идет, чтобы вы себе прикупили из тех вещей, что я выбрала. Так что всего доброго, я вас целую, всем добра, ваша Нателла. Ушла!